Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами канал Top 5 New и 10 фактов про Брэда Питта. Поехали! Факт номер один. Уильям Брэдли Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шоуни, США, в образцовой американской семье, очень порядочной и очень религиозной. Его отец работал менеджером в компании, занимавшейся грузоперевозками, а мать преподавательницей в местной школе. Факт номер два. В 1996 году купил у актрисы Кассандры Петерсон особняк в вампирском стиле за 1,7 миллионов долларов. Факт номер 3. Пожертвовал 100 миллионов долларов на Discovery Center, музей в Спрингфилде, городе, где он вырос. Факт номер 4. В 2000 году, ранее признанный самым сексуальным из ныне живущих людей, Брэд Питт разочаровал своих многочисленных поклонниц, сочетавшись браком с актрисой сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. Питт заявил, что он давно мечтает создать семью, но что ему никак не удавалось встретить женщину, с которой он мог бы делить и радости, и горести. Теперь он такую женщину встретил, и 29 июля 2000 года состоялась их свадьба. Но этому роману не суждено было продлиться долго. В 2005 году супруги развелись. А вот развод Брэда с Дженнифер Энистон обошелся в 10 тысяч фунтов стерлингов музею Мадам Тюссо. И это факт номер 5. Эти цифры обнародовал недавно один из руководителей музея. По его словам, это был первый случай, когда две восковые фигуры выставили соединенными в одно целое. И вдруг такой облом. Пришлось демонтировать сладкую парочку, затратив на это кругленькую сумму. Факт номер 6. Отец шестерых детей, голливудский актер Брэд Питт, заявил, что впредь не намерен сниматься в обнаженном виде. «Я не хочу смущаться, когда мои дети станут достаточно взрослыми для просмотра таких фильмов. Так что никаких откровенных сцен в моей карьере больше не будет», – заявил актер. Факт номер 7. Для того, чтобы тело выглядело идеально в фильме «Троя», Брэд Питт провел в тренировках целый год. Факт номер 8. В фильме «Троя» во время съемки эффектной драки между Ахиллесом и Гектором, поскольку сцены были отсняты без дублеров, актеры договорились, что за значительные нанесенные повреждения другой должен заплатить пострадавшему $100, а за пустячок $50. В итоге Брэд заплатил $750, а Эрик Бана $350. Факт номер 9. Его любимые фильмы «Планета обезьян» 1968 года и «Лихорадка субботней ночью» 1977 года. И факт номер 10. Его школьное прозвище было «Питбуль». На этом у меня все. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Также рекомендую вам 5 самых сильных людей России и 10 вещей, которым никогда не поздно научиться.